наравне с Пушкиным он наше все. То есть это автор, чьи песни и стихи буквально пронизывают нашу жизнь, как вот воздух, которого, может быть, не замечаешь. И сегодня вы увидите, что поют его, невзирая на то, что утверждают некоторые недоброжелатели, поют его абсолютно люди разного возраста, из разных городов. И сегодня, что особенно приятно, и, честно говоря, до сих пор не могу в это поверить, но с нами люди, которые живут, так скажем, не совсем близко, и для которых оказалось не столь трудно доехать до нас. Люди, исполнители из Санкт-Петербурга, из Москвы, из Калуги, из Высокиничей, приехали, чтобы вот буквально несколько минут постоять на этой сцене и что-то нам сказать словами Булата Акуджавы. И это доказывает, что авторская песня сближает не только в духовном смысле, она сближает вполне физически. Вот мы все собрались в лучшем городе Земли, как известно. В городе Омске. И поскольку у нас программа очень большая, насыщенная, от того, как мы четко сработаем, будет зависеть, успеем ли мы, значит, послушать всех, поэтому без лишних слов начнем с самой первой песни, которую сам Акуджава называл своей первой песней, которую он написал именно сознательно, как песня. Исполнит ее Дмитрий Беленький, город Москва. Первая песня появилась у меня почти случайно, в 1946 году, вспоминал Булат Соловьевич Акуджава. Я тогда был студентом первого курса университета. Я очень гордился этим званием. И я, поскольку я писал стихи, решил, что нужно написать студенческую песню. Мне казалось, что студенческая песня должна быть грустной, типа «Быстро, как волны дни нашей жизни», что не день, все короче, к могиле наш путь. Ну или что-то в этом роде. Однажды я подсел к пианино и двумя пальцами начал подбирать мелодию к стихам «Неистов и упрям, гори, огонь, гори». Получилась песня, и друзья ее подхватили. Гори, огонь, гори, на смену декабря приходят январи. Нам все дано сполна, и радости, и смех. Одна на всех луна, весна одна на всех. Прожить лета до тла, а там пускай ведут за все твои дела на самый страшный суд. Пусть оправдания нет, и даже век спустя семье один ответ, один ответ пустяк. Неистов и упрям, гори огонь, гори, на смену декабря приходит.